Дай мороженка, пожалуйста. Нет, мороженка, отстань. Какой мороженка? Сейчас мне дадут леща. Зеленый ключ. А я даже понять не имею, куда его вставлять. Так, все, я в туалете. Какао, уходи отсюда. Дай мороженку, пожалуйста. Сейчас я ей отвечу. Нет, мороженка. Отстань. В смысле нет мороженка? Нет, оно еще треснет. Коты, это просто жесть. Я стал какао. Никто от меня не убежит. Всем отличного настроения, коты. С вами котенок Лайк. И у нас какао. Да, коты, вы правильно меня поняли. Это не пиги. Это какой-то кофе непонятный. Смотрите, здесь куча персонажей было, которых мы не успели посмотреть. И огромное количество карт. Надо что-то выбрать. Есть кафетерий, школа, госпиталь. Я надеюсь, у нас будет госпиталь, пожалуйста. Это новая карта, хотя на остальных я тоже не играл. Как вы поняли, это клон Пиги. Даже персонажи здесь похожи. Вон с рогами какие-то светящиеся биты. Зомби. О, отлично, все, мы появились в поликлинике. Сейчас мы будем лечиться. Кстати, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Я буду вам очень благодарен. И тогда вы никогда не заболеете коронавирусом. Все отлично, здесь все позакрывали. Фиолетовый замок. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Это какая-то пиги, но другая. Кофейная. Ё-моё, я кока. Я кофе. Слушайте, а как здесь сбежать? Вон девчонка нашла молоток. Давай быстрее ломай, это она сейчас зажмёт. А здесь можно пройти? Серьезно? Прикольно. Кто бы мог подумать. Видимо, здесь можно прятаться от пиги, потому что она сюда вряд ли зайдет. Она сюда зашла? Ё-моё, что происходит? Нет, она застряла. Не поймаешь ты меня, толстая я свинья. Оп, до свидули, там тоже был проход. Пиги-какао, это смешно. Все, что у нас здесь? Куча дверей. По-любому где-то есть замок. Здесь просто все пробегают. Блин, она идет сюда. Сейчас она нас всех схватит. Нужно сделать кому-то операцию. Ложитесь, мисс Пиги. Сейчас мы будем вас лечить. Блин, она машет битой. Она сейчас точно треснет. Там что-то девчонка даже написала. Я понятия не имею. ГГ, да это точно. Good game, потому что тут без шансов. Бежать-то некуда. Единственное, можно прятаться в туалете, куда толстая Пиги пройти не может. Ну и все. Как бы ключей не... О, нет, 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 нет. Она поставила капкан, серьезно. Смотри, какой он огромный. А как через него перелезть? Это не как у Пиги капкан. Все, я села, и она просто мне дала леща. Боже мой, коты, что за карта такая? Все, отлично, мы снова здесь оказались. Давайте посмотрим, какие пиги здесь есть. Вот это вот очень классное. Какао даже... почему-то называется. Интересно. Видимо, автор этой карты очень любит пить кофе. Что у нас будет следующее? Чай или суп? Тяжело даже себе представить. Карта так себе, да, она немного непонятная. Фу, сейчас мы еще что-нибудь посмотрим. Боже мой, какие они криповые, когда все светятся. Это просто жесть. Даже не знаю, какую я бы себе выбрал. Если бы у меня была возможность получить какой-то скин. А, хорошо, у нас есть... Давай кафетерий. Достаточно прикольное должно быть. Вроде по картинке там огромное пространство. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать в комментариях, кто смог убежать от какао. Я потому что понятия не имею, как это сделать, коты. Все отлично. Сейчас будет загрузочка. И у нас кафетерий. Блин, почему такие маленькие карты? Ну, девочка сразу нашла зеленый ключ. О, там школьный автобус. Серьезно, мы как будто бы сюда приехали на автобусе. Заберите меня. Я не хочу больше здесь оставаться. Девчуля, ты что-нибудь открыла? Кто-то там уже лезет на забор. Вы серьезно? Да как она уже проснулась? О, здесь вентиляция. Серьезно, вот в чем прикол. Боженьки мой. Вот это я, конечно, сейчас пробрался. Давайте посмотрим. Возможно, тут есть какие-то предметы. Кофе уже убило кого-то. Боже мой, она там всех раскидала. Хе.
Кофеёшка, я тут. Хе-хе. Там, правда, открыли уже проход. Но она меня, скорее всего, не поймает. Она что-то там зависла. Рассказывает там кому-то что-то. Все, окей, мы пробрались через вентиляцию. У нас здесь красная дверь. И я больше понятия не имею, что нам тут можно сделать. Ага, какой-то склад. Интересно. Швабра есть, ее можно взять? Нет, здесь пусто. Вы посмотрите-ка, а ты здесь нужен фиолетовый ключ. Все, больше ничего нету, и мне придется возвращаться к Какао, которая, скорее всего, даст мне леща, потому что выжить шансов нету, все откинулись. Я нашел секретную вентиляцию, но это максимум. Оу! Серьезно, я могу это ломать? А как это так? Вот это прикол. Ладно, все, залазим. И бежим сюда. Здесь уже где-то... А вот она. Помогите! Я в туалете застрял. Или застряла. А тут присесть нельзя. Гамбургеры. Она за мной идет? Нет, она там еще где-то шляется. Ё-моё! Дай мороженка, пожалуйста. Нет, мороженка, отстань. Какой мороженка? Сейчас мне дадут леща. Зеленый ключ. А я даже понять не имею, куда его вставлять. Так, все, я в туалете. Какао, уходи отсюда. Дай мороженку, пожалуйста. Сейчас я ей отвечу. Нет, мороженка, отстань. В смысле нет мороженка? Нет, оно мне сейчас треснет. Ё-моё. Отстань, почему я написал раздельно отстань? Что это такое? Ё-моё, какая она страшная. Из кота сделаю сейчас шаурму. Шаурму не надо. Не надо. Слушайте, ну это, конечно... Такая. Все какао. Я не знаю, коты, что здесь надо делать. Сейчас я возьму этот молоток. Если мне, конечно, не треснет она. А, смотри, можно доски ломать реально молотком. Какой-то нет мороженки. Смерть. Ладно, гаси. Жесть. Это просто какое-то шумасшествие. Да, шкаты. Ладно, давайте еще какую-нибудь карту посмотрим. Что у нас тут вообще прикольного есть. Бешеная свинья. Еще и огрызается, мороженого хочет. Это тебе надо к мороженщику. Ой, я смог сюда запрыгнуть. Прикольно. Что здесь вообще кругом есть? Там вот какое-то здание. Так, что бы нам выбрать? Давайте посмотрим дом. Первую главу. Я уже не знаю, что здесь еще может быть. Очень маленькие локации, и надо сразу находить какие-то предметы. В школе, точнее кафетерии, еще есть шанс какой-то сбежать, потому что там находишь молоток, все взламываешь, плюс вентиляция. Но вот в других местах, особенно в больнице, я даже понятия не имею. Опа, это что? А, кухня. Ну, дом похож на стандартный дом Пиги, Шмиги, Гренни. И тому подобных персонажей. Здесь у нас пусто. Не, ну сейчас появится... А, блин, да что ты будешь делать-то? Она резко появилась. И предметов вообще никаких нет. Какао уже поперла у нас гасить. А, смотри! Там тупик. Нету прохода. Да, здесь только можно рухнуть. Она в стену уперлась. Походу там зависает у кого-то интернет. Пускай там она смотрит. О, пылесос. Жалко, взять нельзя. Какао пока еще не одупляет, что здесь происходит у нее дома. Я бы, честно говоря, сам бы всех гонял, если бы ко мне кто-то домой пробрался. Я бы как это какао, типа, хорош. Kill the like. Да хорош меня убивать. А смотрите, знаете, в чем прикол? Получается, что какао ударяет сама, то есть не как Пиги, когда ты мимо нее проходишь, и она автоматом тебя вырубает. А здесь ты должен еще попасть. Это больше похоже на игру Джефф, где действительно с трудом ты можешь кому-то дать леща. И сейчас, видимо, я отхвачу, конечно.
по своей я хочу сбегать во двор. Здорово, чувак, давай, открывай быстрее. Там уже свинот пришла, что ты открыть не можешь? А почему не открывается, интересно? Бежим, сейчас ему треснет она. Прям рядом с ним там, блин. Я доску нашел. О, это на второй этаж, кстати. Серьезно? Сейчас мы ее заберем. Блин, тут еще что-то крутится. Окей, она пошла с той стороны. Я тоже не дурачок и обошел ее. Капкан прям перед домом. Хитро. Мисс Какао, но вам это не поможет. Быстро бежим на второй этаж. Сейчас поставим доску, и там был золотой ключ. Возможно, он где-то нам пригодится. Ё-моё, она так и будет за мной бегать. А нет, она все, пацана, пошла зажимать. Сейчас он откинется, это 100%. Так, я нашел какую-то дверь. Здесь у нас... А, как раз сюда и нужен желтый ключ. Если я упаду, скорее всего, я развалюсь, конечно же. Немного странное место, потому что... Тяжело убегать в пиге. Допустим, есть проход, где ты приседаешь и сваливаешься вниз. А здесь его нету, и получается, что надо ее как-то перепрыгивать. Но ей, видимо, сложнее по мне попасть. Все, бежим за желтым ключом. Куда-то она отстала. И, приятель, а где зеленый ключ? У тебя же он был. Давай, открывай. Жив еще кто? Да, давай, братишка, я тоже живой. Надо открывать дверь. Все, бежим наверх. Я надеюсь, какао нас не поймает. Если она нас встретит, это будет очень больно. Но я хочу открыть комнату наверху, потому что... Воу-воу, капканище у него просто гигантские какие-то. Непонятно, что происходит. Мисс Какао. А где она? Такое ощущение... В смысле? А, ё-моё, вот она бежит за мной. Быстрее надо от нее бежать, а то она сейчас напоит меня какао. Ё-моё. Чувак, надо жить. Какая она резкая. Бежим. Так, все, я ее быстренько кругаля даю. И на второй этаж. Было бы прикольно, если бы она могла попасть в свой капкан, но она этого не делает. И она очень упорно бежит за мной, и сейчас она мне треснет уже, по-моему. Я должен открыть ту дверь. Оу, серьезно? Она эти капканы свои ставит. Быстрее! Ну, я, конечно, открыл дверь, но мне это особо не помогло. Коты, это просто жесть. Я стал какао. Никто от меня не убежит. Сейчас вы будете все пить самый вкусный кофе из моей биты. Ё-моё, здорово, мальчик. Чё, как дела? Стоит, смотрит, не одупляет. Ладно, не буду его трогать. Он, походу, пока еще не проснулся. Или у него коронавирус, и он не понимает, что происходит вокруг. Опа, здорово, лайк. Ты кокос? Не бей, пожалуйста. Ладно. Я думаю, завискос, не буду тебя гасить. Ё-моё, все по-английски написал. Завискос, не буду тебе давать леща. Вот так вот. Давай, вискос, гони его сюда. Сейчас попробуем избежать. Ну давай, беги. Наивный. О, подожди, а это что такое вообще за карта? Блин, что происходит, коты? Это просто жесть, я даже понятия не имею. Что тут делать надо? Офис. А, ну это школа, почему офис написан? Может, как-то у них так называются классы? Вискос в мусоре. Нашел глупую свинью. А тут у нас что? Что-то ребята ничего не могут найти, я все-таки пойду кого-нибудь загашу. А, я могу включать и выключать биту, все понятно. Плеер. Так, ладно, тебя я не буду трогать. А вот этот, который... На, леща тебе сразу по голове. Беги, девчуля, беги. Злое кофе тебя сейчас поймает. Ха-ха-ха. И пустить на какао. Здорово. Перезайти нужно. Перезайди. Кто тебе мешает? Ладно, короче, коты, я не знаю. Тут два человека... Одного я загасил, а вот третий, и что-то происходит непонятное. На тебе леща. Сам попросил себя убить.
Ага, то есть я могу подходить, но если я не ударяю, то чувак не вырубается. Все понятно, у нас 7-30 минут, и я понятия не имею, ребята, что будут здесь делать. Они, по-моему, даже не сбегают. А, я могу ставить гигантские капканы, вот это будет прикол. Если его ставить посередине, вот его вообще фиг перепрыгнешь. Это просто жесть какая-то. Сейчас я ему тут подставлю. Оп, давай, давай, шуруй. И, насколько я знаю, да, вот здесь появляется, хотел капкан поставить. Ну ладно. Не будем пока что. Сюда еще. А, на воздухе я не могу. Пускай так. И здесь у нас что, выход, нет? А, я могу открывать двери. Здравствуйте, я буду учиться в вашей школе. Я новая ученица Какао. Расскажите, пожалуйста, сколько будет 2 плюс 2? Что? 5? Получай, налища! Я обычная Какао. Ё-моё, вообще сумасшедшая, конечно, это кофе. Может, сюда еще? Я им тут везде капканы сейчас наставлю. Хе-хе-хе, давайте прыгать. А, чё, они уже сломали мой капкан? Ну, тут, наверное, такая же система, как в Пиге. Ты в нем застреваешь, и потом он исчезает. Ребята что-то зависают, не понимают, что делать. Уже 6 минут. Тут защита какая-то. Я знаю, что он хотел сделать, но у него ничего не выйдет. Ладно, ребятушки, простите меня. Придется мне вас всех загасить. А что я не могу загасить? Не робит ничего. Сейчас заробит моя бита. И какого лешего я не могу никого вырубать? Что происходит? Что происходит? Смесь Какао? Она не может никому дать леща. Боженьки мой, иди сюда. Не, минус один. Сейчас минус второй будет. Думали, будут вечно от меня убегать. На, ах ты хитрый, какой жук, смотри. Он, получается, сбежал, а здесь у нас... А, какой-то класс. У-у-у, что это такое? Смотри, что происходит с этой картиной. Это просто безумие. Давай, давай, давай. Ладно, сейчас я тебе тоже дам тебе леща. Я вам всем тресну. За трещину. Здесь тоже уже что-то подкрывали. Фу, так. Ага. Там, значит, автобус. Полиция. Все, я понял. Ребята все-таки пытаются сбежать. Они открывают много дверей. А, зеленый ключ. Давай, давай, чувак. Открывай. Ничего у них не получается. Я не знаю, коты. Мне кажется, они все-таки не смогут сбежать. Потому что шерудят. Ладно, все, короче, гасим их. Сколько можно ждать? И минус один. Сейчас минус второй будет. Хорош. Че такой шустрый, слышишь ты? Я-то сейчас устрою тут. На. И у нас, по-моему, остался один. Еще, или я уже всех загасила. Не понимаю, что происходит. А, все, я всех победила. Ну что ж, коты, я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все мои дочки, до скорых встреч. Пока-пока.